Всем привет! Вы на канале Pixel Engineer. В этом видео я нарисую по клеточкам Лену из Бравл Старс. Это будет очень простой рисунок, справится даже начинающий художник. Я очень упростила рисунок. Чтобы нарисовать этот рисунок, берем фломастеры или карандаши. Черный фломастер для контура, зеленый, светло-коричневый, желтый, голубой и красный. Сначала берем черный фломастер или маркер и начинаем рисовать контур рисунка. По высоте рисунок будет занимать почти всю тетрадку, поэтому нужно правильно его разместить. И в верхней части рисунка посерединке, это будет верхний край рисунка, нужно закрасить 9 клеточек по горизонтали. Теперь от этой клеточки идем вниз, закрашиваем 3 клеточки по горизонтали. Если вы не успеваете рисовать со мной по видео, вы просто отмечаете клеточки и обводите их, а закрашивайте уже позже. Теперь от этой клеточки идем по диагонали вниз влево, 2 клеточки по горизонтали закрашиваем. Одну клеточку по диагонали вниз влево. Идем по диагонали вниз влево, 2 клеточки по вертикали закрашиваем. Еще идем по диагонали вниз влево, закрашиваем 6 клеточек вниз. Поворачиваем вправо по диагонали, закрашиваем 2 клеточки по горизонтали вправо, 3 клеточки вниз, 1 клеточку по диагонали вниз вправо, 2 клеточки вправо, еще идем по диагонали вниз вправо, 2 клеточки по горизонтали закрашиваем, еще идем по диагонали вниз вправо, закрашиваем 7 клеточек вправо. Сначала нарисуем голову Лиана, а потом пририсуем ему руки-ноги. Теперь идем по диагонали вверх-вправо, закрашиваем 2 клеточки по горизонтали. Еще идем по диагонали вверх-вправо, 2 клеточки закрашиваем по горизонтали. Одну клеточку по диагонали вверх-вправо. Идем по диагонали вверх, 4 клеточки вверх закрашиваем. Одну клеточку вправо. Идем по диагонали вверх-вправо, закрашиваем 6 клеточек вверх. Теперь поворачиваем влево по диагонали, закрашиваем вверх 2 клеточки. Одну клеточку по диагонали вверх-влево. Идем по диагонали вверх-влево, закрашиваем 2 клеточки. И еще идем по диагонали вверх-влево, закрашиваем 3 клеточки по горизонтали влево. Теперь от этого уголочка закрашиваем 3 раза по одной клеточке по диагонали вверх-вправо. Идем по диагонали вверх-вправо, закрашиваем 4 клеточки вверх. Теперь поворачиваем влево по диагонали, закрашиваем 2 клеточки вверх. С этой стороны от этого уголочка по диагонали вверх-влево закрашиваем 3 раза по одной клеточке. Идем по диагонали вверх, влево закрашиваем вверх 4 клеточки. Теперь идем по диагонали вверх-вправо, закрашиваем 2 клеточки вверх. Теперь от этой одной клеточки перепрыгиваем одну клеточку вправо. И закрашиваем 4 клеточки вверх. От этой одной клеточки перепрыгиваем одну клеточку влево и закрашиваем 4 клеточки вверх. Теперь вот эти верхние клеточки соединяем полосочкой длинной по горизонтали. Закрашиваем длинную полосочку, не считаем даже клеточки. От этой клеточки, от этого уголочка закрашиваем 2 клеточки вниз. От нижней клеточки идем по диагонали вниз вправо и рисуем длинную полосочку вниз, вот сюда. Закрашиваем по вертикали много клеточек. Теперь с этой стороны повторяем. От этого уголочка закрашиваем 2 клеточки вниз. От нижней клеточки идем по диагонали вниз влево
И вниз закрашиваем вот эти все клеточки по вертикали, рисуем длинную полосочку. Теперь вот здесь в уголочке 3 клеточки закрашиваем, вот такой уголок. И одну клеточку здесь. С этой стороны одну клеточку здесь. И 3 клеточки вот здесь уголочек. От вот этой клеточки, от этого уголочка перепрыгиваем одну клетку вверх. И по горизонтали закрашиваем вот здесь 5 клеточек. Теперь от этой клеточки идем на одну клеточку вправо и одну клеточку вверх перепрыгиваем. Закрашиваем здесь 3 клеточки по горизонтали. И теперь такую же полосочку выше через одну клеточку. Вот здесь 3 клеточки закрашиваем. Теперь от этой клеточки перепрыгиваем 2 клеточки вниз и закрашиваем вот здесь 3 клеточки по вертикали. От нижней клеточки идем влево и закрашиваем здесь еще 3 клеточки по вертикали. И с этой стороны от вот этой клеточки перепрыгиваем 2 клеточки вниз, на третьей останавливаемся и закрашиваем 3 клеточки вниз. От нижней клеточки идем вправо и закрашиваем 3 клеточки вниз. Теперь от вот этой клеточки отсчитываем 3 клеточки вправо. 1, 2, 3. И одну клеточку вверх перепрыгиваем. Закрашиваем 3 клеточки по горизонтали. Одну клеточку по диагонали вверх-влево с этой стороны. И одну клеточку с этой стороны. И можно сразу раскрасить голову Лиана. Красным фломастером закрашиваем вот эти клеточки. Желтым фломастером закрашиваем вот эти клеточки. Голубым фломастером закрашиваю вот эти клеточки и вот эти. Зеленым фломастером закрашиваю вот эти клеточки и эти. Теперь берем коричневый фломастер. Нужно закрасить лицо Леона, но оставим немножко белых клеточек. От вот этого угла ведем контур. Вправо клеточка, вверх клеточка. Вправо 3 клеточки и вниз 1 клеточка. Вот эти клеточки оставляем белые, все остальные закрашиваем или коричневым фломастером посветлее, или можно карандашом закрасить, если нет у вас светлого фломастера, который подходит, чтобы закрасить лицо. Вот такую голову Леона мы уже нарисовали. Сейчас дорисуем ему туловище и ноги. От вот этой клеточки идем по диагонали вниз влево и закрашиваем 2 раза по одной клеточке. Еще идем по диагонали вниз влево, закрашиваем вниз 5 клеточек. Поворачиваем вправо по диагонали вниз 1 клеточку закрашиваем. Идем по диагонали вниз вправо, закрашиваем вниз 8 клеточек. Идем по диагонали вниз влево, закрашиваем 2 клеточки по вертикали. От нижней клеточки поворачиваем вправо, закрашиваем 4 клеточки по горизонтали. Идем по диагонали вверх-вправо, 3 клеточки вверх закрашиваем. Идем по диагонали вверх-вправо, закрашиваем 2 клеточки вверх. Теперь от этой клеточки перепрыгиваем вправо 1 клеточку, такую же полосочку 2 клеточки закрашиваем здесь. И вот здесь 1 клеточку закрашиваем. От вот этой клеточки идем по диагонали вниз вправо, закрашиваем 3 клеточки вниз. От нижней клеточки по диагонали вниз вправо идем и закрашиваем 5 клеточек вправо. Теперь 1 клеточку вверх с этой стороны. От этой клеточки идем по диагонали вверх влево и закрашиваем 8 клеточек вверх. Теперь 1 клеточку по диагонали вверх вправо. Еще идем по диагонали вверх вправо, закрашиваем вверх 5 клеточек. Поворачиваем влево по диагонали вверх, закрашиваем 2 раза по одной клеточке.
Теперь от вот этой клеточки до этой клеточки рисуем вот такую длинную полосочку по горизонтали. Закрашиваем здесь много клеточек. И от этой полосочки через одну вниз тоже рисуем вот такую длинную полосочку, закрашивая эти клеточки. От вот этой клеточки влево 4 клеточки закрашиваем по горизонтали. И от этой клеточки тоже вот здесь 4 клеточки вправо закрашиваем по горизонтали. От вот этой одной клеточки одну клеточку вниз перепрыгиваем, закрашиваем одну клеточку. От этой клеточки идем по диагонали вниз влево, закрашиваем 3 клеточки вниз. И одну клеточку здесь вот вправо. Теперь от вот этой клеточки отсчитываем 3 клеточки вправо. 1, 2, 3. Идем вверх, закрашиваем вверх 2 клеточки. Одну клеточку по диагонали вверх вправо. Теперь от этой клеточки отсчитываем 3 клеточки влево. 1, 2, 3. Идем вверх, закрашиваем 2 клеточки вверх. И одну клеточку по диагонали вверх влево. От вот этой клеточки перепрыгиваем одну клеточку вверх, отмечаем здесь клеточку. От этой клеточки перепрыгиваем одну клеточку вверх и отмечаем. И соединяем вот эти клеточки длинной полосочкой по горизонтали. Теперь с этой стороны одну клеточку по диагонали вверх-влево закрашиваем. И с этой стороны одну клеточку по диагонали вверх-вправо. Теперь от вот этой клеточки одну клеточку вниз закрасим. Теперь от этой одной клеточки идем по диагонали вниз вправо, закрашиваем 2 клеточки по горизонтали вправо, одну клеточку здесь, с этой стороны одну клеточку вниз, идем по диагонали вниз влево, 2 клеточки закрашиваем по горизонтали, и здесь одну клеточку. Теперь осталось раскрасить. Берем желтый фломастер и закрашиваем вот эти клеточки желтым. Голубым фломастером закрашиваем вот эти клеточки и эти. Зеленым фломастером закрасим эти клеточки, эти и вот эти две. И теперь коричневым фломастером закрасим ноги, вот эти и вот эти клеточки. И вот такой рисунок Лиана из Бравл Старс у меня получился. Очень простой рисунок по клеточкам. Рисовать его быстро и просто. Срисовывайте, не забывайте ставить лайк под видео. Кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале. Пиксель Энджер.